Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1» і запрошую вас до програми «Рингсайд. Своя правда». Сьогоднішня наша програма присвячена події, яка, як на мій погляд, повинна покласти кінець тій суперечці, яка існує в українському професійному боксі, і присвячена ось відносинам Вадима Бухкалова і Віталія Кличка. Сьогоднішній день ознаменувався прес-конференцією, яку дали Вадим Бухкалов і Степан Черновецький. І ця прес-конференція була присвячена об'єднанню зусиль володарів промоторських компаній K2 East Promotion, тобто Вадима Бухкалова і Степана Черновецького, що представляє Elite Boxing Promotion. Нестети, Степан Черновецький не спроможний був доїхати до нашої студії, але дякуючи Богові є завжди друзі, які готові приїхати і допомогти нам розібратися у тому, що ж відбувається на сьогоднішній день. В нашій студії Вадим Бухкалов. Здравствуйте, дорогі телезрителі. Аліна Шатерникова. Привітаю всіх. Яка за традицією і робить вступну промову у нашій програмі. В наших предыдущих программах мы познакомили вас с деятельностью и ближайших планах двух промоторских компаний. Это K2 Promotion, промоторская компания братьев Кличко, и K2 East Promotion, она же National Box Promotion Вадима Бухкалова. Сегодня наша программа будет посвящена еще одному украинскому клубу Elite Boxing Promotion, который в ближайшую пятницу проводит свой первый крупномасштабный турнир, в рамках которого пройдет два титульных поединка. Компания Elite Boxing была основана в 2005 году. Одним из первых в компанию пришел боксер легкого веса Валентин Куц, который до этого жил и тренировался в США в лагере Дона Кинга. За это время Валентин провел 21 бой, 21 победа. Именно он оспорит пояс чемпиона Европы по версии Европейской боксерской ассоциации с соперниками Швеции Сэмом Рукундой. А также в активе компании такие боксеры, как Виктор Постол, Дмитрий Кучер, Тимур Ахундов, Данияр Ганек и другие ребята, о таланте и перспективах которых мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Все боксеры клуба тренируются под руководством опытного тренера и хорошего менеджера Андрея Синепупова. За 5 лет компания Elite Boxing Promotion провела около 18 турниров. Ну и главной новостью сегодняшнего дня в мире украинского профессионального бокса это слияние двух промоторских компаний K2 East Promotion и Elite Boxing Promotion и объединение усилий этих компаний по селекции, продвижению и постепенному подводу украинских боксеров к мировым титулам. О перспективе, переговорах и ближайших планах в сегодняшней программе с нашим гостем Вадимом Бухкаловым. Пане Вадиме, ще раз вдячний дуже вам, що ви прийшли і допомогли нам донести правду до наших телеглядачів і фанів боксу. А вам спасибо большое за приглашение і за інтерес к такому прекрасному виду спорту. Ну, ми вже один одного похвалили. З'ясували, що ми насправді є супер люди і завжди допомагаємо всім, хто б допоміг нам. Вадим, ну, це не таємниця, що після того, як ви залишилися наодинці зі своїми проблемами, і з тим, що робити далі, у вас було не так багато шляхів. І ви обрали, як на мій погляд, ну, напевно, найвірніший. Бо якщо так орієнтуватися, ну скільки у нас промоторських компаній? Ну, в Донецьку, але їхати туди і співпрацювати Київ-Донецьк, ну, далеченько, так? Ну, і єдиний, хто це був, ну, Степан Черновецький. Відверто кажучи, я здивований тим, що відбулося, бо може ви мені поясните. Для мене Степан Черновецький і Elite Boxing Promotion завжди була якоюсь таємницею. Я неодноразово, от Аліна і я працювали і секретарем, і суддями на їх івентах, але завжди ці івенти були якимись, ну, домашніми. Закритого плану. Я так дуже як колись, знаєте, під час Великого Радянського Союзу рокери грали на кухнях один у одного, так, власне кажучи, і проходили ці поєдинки. В малютких залах не було великої публіки. І на сьогоднішній день, що ви очікуєте від такої таємничої організації, як Elite Boxing Promotion,
И що, власне кажучи, ви збираєтесь там робити? Знаете, ну, я начну, наверное, с того, что когда я еще раз хочу, чтобы там все знали и понимали, что для меня это была действительно неожиданность, то, что Виталий Кличко покинул компанию K2East Promotion. И еще большая неожиданность то, что не просто покинул, а сразу же было запланировано, и там я знал о тех планах, ну, узнал после того, как покинул, что уже были договоренности с теми же партнерами, которые были у нас, затем были договоренности или сделаны предложения тем боксерам, которые на контракте вроде как у K2East Promotion. То есть я был поставлен перед задачей, заниматься ли дальше этим бизнесом или не заниматься. Отдав 8 лет жизни и много денег, не будем сейчас цифры говорить, да, я для себя там понимал, да, что конкурировать, и опять же там все там знают о том, что основным моим бизнесом была недвижимость, там и инвестиционный бизнес, который сейчас переживает не лучшие времена, то, естественно, у меня не было возможности самостоятельно развивать, инвестировать как бы такие деньги, которые нужны в профессиональный бокс. И я сразу об этом говорил, да, что я не смогу достойно продолжать заниматься профессиональным боксом самостоятельно. Поэтому я провел переговоры с, как бы, с теми промоутерскими компаниями, которые есть на Украине. Это я был и в Донецке, и с Юрием Рубаном у нас прекрасные отношения. И мы говорили о возможностях развития совместно. И я летал и в Америку, и там провел много переговоров по поводу организации боев за рубежом. Но для того, чтобы быть системным и организовывать на высоком уровне турниры, то мне нужен был сильный партнер, у которого были бы такие же цели, как у меня, амбициозные, это организация турниров мирового масштаба в Украине и создание, что такое промоутерский бизнес, это создание не просто там чемпиона мира нужно воспитать, а нужно его еще сделать звездой мирового масштаба. И только тогда это можно будет назвать бизнесом. Со Степаном Черновецким у меня начались переговоры. Ну, я начал переговоры сразу же с, как бы, со всеми, да, потому что я понимал, что времени очень мало. Боксерам, у меня есть прямая обязанность организовать боксерам поединки. Есть, скажем, там менеджмент, там, как там с Юрием Нужненко на 9 июля, как там по другим странам, но основная системная деятельность должна быть в той стране, в которой живут и боксеры, и в той стране, в которой находится промоутерская компания. Поэтому, рассказав Степану о том, что, как бы, произошло в данной ситуации, о том, что я сейчас оказался там перед выбором, продолжать, не продолжать этот бизнес, и о своих планах, то Степан поддержал меня, у него оказалось так, приятно, я был удивлен тем, что у него такие же амбициозные планы и такие же цели, и со своим опытом и со Степана возможностями, скажем так, да, то есть, то эти планы абсолютно нормально реализуемы. Поэтому, как бы, мы провели переговоры, и в конце концов те условия, которые были выдвинуты мной и Степаном, то есть они сопоставимы с теми целями, которые у нас есть. И мы, скажем так, сделали друг другу такие предложения, что не смогли отказаться. Поэтому все это взаимно, договорились, пожали руки, и сейчас двигаемся к тем целям, которые поставили перед собой. Мои думки. Щоб вам розвивати свій бізнес, ви одноразово про це казали, треба, по-перше, було фінансові якісь можливості, по-друге, телевізійний партнер, по-третє, партнер, який би допоміг
наприклад, платити за ту саму телетрансляцію. На жаль, у нас в країні не навпаки це відбувається. Орендувати арену, тобто вкладати кошти. Степан Черновецький, напевно, єдиний з тих бізнесменів, взагалі людей, який опікується боксом не тільки з боку фінансової, там скільки я зароблю, скільки серцем також. Людина, він для мене знову є досить дивна, але єдине, що я бачу в його очах, що він насправді любить бокс. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте? Грошей, можливості там використовувати деякі зв'язки, не хотілося б торкатися якихось політичних мотивів. У Степана є зал, в якому він проводить, є можливість долучати якісь телевізійні канали, на які він може впливати. Что саме вы чекаете от співпраці со Степаном Черновецким? Ну, в первую очередь, сейчас у Степана есть возможность инвестирования в развитие, о которой мы проговорили, и он готов на этапе до того, пока мы не наладим эту систему, не так-то просто ее наладить сразу с нуля. Поэтому об этом мы как бы уже договорились. Ну, а второе, моя цель, я еще раз хочу акцентировать внимание, 8 лет жизни и последние 2 года, работая с Виталием Кличко, мы наладили систему, которая взаимовыгодна. Взаимовыгодна партнерам с точки зрения рекламного бюджета, что есть компании, у которых есть большие рекламные бюджеты, и мы предлагаем такие пакеты, что им выгодно вкладывать, инвестировать часть своих рекламных бюджетов в этот вид спорта. Второе, телевизионные партнеры точно так же. Телевизионные партнеры, они покупают рейтинговые продукты. Наша задача сделать этот продукт, профессиональный бокс, рейтинговым. Мы уже подошли к тому уровню, где у нас мировой уровень. У нас ребята в десятках мировых уровней. Есть там претендент на звание чемпиона мира, не знаю. Сейчас мы будем делать вместе предложение, будет он или не будет. Но это те ребята, которые остались с тобой. Значит, боксеры. Что значит остались со мной или не со мной? Объясняю очень просто. У нас был в гостях Александр Красюк, который утверждает, что были подписаны с января месяца, а все боксеры были уже как свободными, независимо от контракта. И были подписаны контракты с новой промоутерской компанией под эгидой Виталия Кличко. Именно поэтому мы так и говорим. Во-первых, да, то, что заявляет Александр Красюк, и он давно заявлял, то я об этом говорил много раз и в прессе, и это сделано для того, чтобы внести в смуту. Многие боксеры не имеют юридического образования, и они не понимают, что делать. Вот им Красюк рассказал, что ребята, вы свободны, давайте подписывать контракты. Значит, они подписали контракты. В то время Красюк, как бы понимая и зная хорошо мое финансовое состояние, он делал это умышленно, потому что понимал, что для того, чтобы, скажем там, включаться в юридическую какую-то тягомотину, нужны деньги, нужно время. И все то, чего у вас не было. Да, все то, чего у меня не было на тот момент. Сейчас как бы я даже не хочу на эту тему говорить. У меня есть свой путь. И я тем всем боксерам, которые подписали контракты, не подписали контракты. Во-первых, я им уже сделал предложение, ну там некоторым из них уже сделал предложение. А те, которые не выходили на связь со мной, там не понимали, у них карьера, не хотели. Я им еще раз сделаю предложение. Мы вместе уже со Степаном сделаем им предложение для того, чтобы они выполняли условия тех контрактов, которые подписаны у них с K2 East Promotion, или даже лучшие условия, про которые я готов с ними разговаривать на то, чтобы они продолжали, потому что они стали на другой уровень, и это сейчас другая компания. Хотя юридических аргументов у меня для того, чтобы
остановить их карьеру, скажем так, просто остановить, да, то есть подать... Очень много, предостаточно. Предостаточно. Тех контрактов, которые есть на сегодняшний день, их предостаточно для того, чтобы обратиться в суд и получить ухвалу, так называемую, и остановить их карьеру. То есть здесь много ума не надо, и это просто... С людской точки зрения, да, обожание просуждать их карьеру. Я к ним ко всем, и они об этом прекрасно знают, на протяжении всего времени относился как... Ну, как детям своим, да, у меня пятеро детей, это детище мое, и они мне как дети. Я инвестировал в них свое время и свои деньги, и на протяжении длительного времени. Каждый турнир, каждый бой – это серьезные инвестиции. И только сейчас, когда они дошли до уровня определенного, даже еще многие еще не дошли до того уровня, что с ними можно зарабатывать. Но некоторые там, ну, я буду называть вещи своими именами, например, там Вячеслав Узелков, да, с ним уже можно зарабатывать деньги. И он может зарабатывать серьезные деньги. И я могу с ним возвращать эти инвестиции. Поэтому совершенно некорректно сейчас взять, разворачиваться спиной и не брать трубку там и так далее, не продолжать. У меня нет никаких претензий, я ему еще раз позвоню, сейчас пройдет этот турнир, я позвоню, приглашу его на встречу. И других тех, которые там провели даже бои на 24 апреля на шоу, я им всем сделаю предложение, если не получу ответа никакого, то здесь ничего личного просто. Здесь были инвестированы деньги. И вы готовы отстаивать свои права теперь, как инвестора? Да, да, это уже мы готовы отстаивать свои права, да, объединившись. То есть это уже наши активы. Да, то есть, ну, это вообще прецедент неправильный. Что значит развернулись и ушли? Как это так? Как это так в мире? Мы про це вже багато говорили. Да, поэтому я не хочу... Но моей целью нет этого. Я абсолютно миролюбивый, нормальный человек. Как песня, твой бронепоезд стоит на запасном пути, да? Ну, в данной ситуации сейчас, знаете, то есть сейчас есть уже единомышленник-партнер у меня сейчас, Степан, с которым мы все эти нюансы проговорили. И ось, це питання, перепрошую. Ви так енергічно. Скажіть, будь ласка, ось якраз стосується безпосередньо вашої останньої заяви. В розмові, в перемовинах зі Степаном Черновецьким ви приводили своїх боксерів, ну то, наприклад, то Максим Бурсак, чи то там В'ячеслав Узілков, як ваші інвестиції в спільний з паном Черновецьким бізнес? Да, естественно. Это, ну как, понимаете, сейчас я не могу, я нормальный, деловой, корректный человек, да, я называю вещи своими именами. Про эти проблемы, которые есть, естественно, я ему тоже сам говорю, да, что вот так ситуация поворачивается, что у меня есть контракты. Він сказав вам, Вадим, я розумію, то є проблема. Наскільки я чув про Степана Черновецького, скільки я спілкувався, він дуже добре підготовлено з юридичної точки зору і з технічної точки зору. З юридичної, да. Фінансової, з технічної, да. Точки зору. Тобто ця людина не буде просто брати папірця, прочитати і сказати, я згодний. Він 15 разів подумає, да. Порадиться, да. З юристами, там, з фінансистами, да. І потім тільки прийме рішення. Да. Він, ви показували йому документи, тобто ви повинні були показати, ну, все, що у вас є, конечно. І те, що у вас, ну, є. Конечно, конечно. І він готовий вас підтримати у цьому, значит, протистоянні. Значить, я ще раз, я не хочу називати слова противостояння, війна, щось типу такого. Є просте слово бізнес, нічого личного, є бізнес. В цьому бізнесі у кожного із нас є якісь активи. У мене є активи, це мої боксери, у нього є активи, це його боксери, и его возможности, и мои возможности. Мы их сейчас объединяем. То есть у меня есть юристы, да, и у него есть юристы. Вот эти юристы, вместе общаясь, вырабатывают свою тактику по защите наших интересов уже. И все. И мы или защищаем, или не защищаем. В данной ситуации это риску, интересы. Боротьба на сегодняшний день за боксеров тривает? Нет. Борьбы не существует. Существует обязательство у боксеров перед компанией K2 East Promotion,
И я бы хотел, чтобы эти обязательства были выполнены. И существует у K2 East Promotions обязательства перед боксерами. И я готов их выполнить. И готов им предложить условия лучшие, чем были у них мы. Не я, неправильно говорю. Мы со Степаном готовы сделать им такие условия, которых у них не было до этого. Вот и все. А стоит ли делать такие условия на самом деле? А это мы посмотрим уже. Насколько они нам будут интересны, насколько они будут корректны. Стоит или не стоит, это... Вадим. Варто, не варто, це друга справа. Да. Скажи мені, будь ласка, відверто, глядячи мені в очі. 24 квітня була імпреза в Палаці спорту. Да. Ти дивився по телевізору? По телевізору смотрел, звісно. Ну, сльози не заважали дивитися? Не було ностальгії? Заважали. Це ж я придумав, і це я придумав, і от так от повинно бути. Я это прагматичный очень человек, то есть в жизни случается всякое. У меня поговорка такая, и детей я учу, и сам живу по этой поговорке. Падаем, встаем, мы растем. Да? В данной ситуации я не считаю даже, что я упал. Я стал еще сильнее в данной ситуации, потому что все, что не делается, все к лучшему. Если и на самом деле, я искренне говорю, мне, я очень дальше же там... Уважаю Виталика Кличко как спортсмена очень, но мне его жаль, искренне жаль, как бизнесмена, как стратега. Он выбрал себе компанию, окружил себя людьми, которые там переступили как-то, да, через какие-то там моральные отношения, через... На самом деле мы же все взрослые люди и прекрасно понимаем, что... Кто такой Александр Красюк, да? Который там 5 лет работал, там, до, там, 3-4 года до Кличко, и там 2 вместе с Кличко, и вся команда. Это же не только Александр Красюк, это бухгалтерия. Опять мы создаем популярность Александра Красюку. Да, лучше о нем не говорить. Давайте говорить о новой компании. Как это будет компания называться? По поводу слез, да? Слез не было. Было там... Я позвонил Виталику Кличко, поздравил его в тот день, было 6 лет, как он стал чемпионом мира по WBC. Он меня приглашал на этот турнир, но, естественно, я не пошел. У меня могли быть, там, скажем, слезы, я бы чувствовал себя как на чужой свадьбе на этом турнире. Я ему так и сказал, я не пойду. Это самое важное, у тебя был день рождения дочери. Так я же говорю, и в этот день у меня был день рождения дочери, и я решил остаться с семьей, и вечером уже потом посмотреть это по телевизору. Я не успел, Алина, ты меня перебила. Конечно, в этот же день, и благодаря этому бою, там, 6 лет назад, да, Виталий Кличко стал чемпионом мира. Первый раз в истории ВБЦ белый стал чемпионом мира, и это был Виталий Кличко. И в этот же день родилась дочка, поэтому я решил, то есть все, что не делается, все к лучшему. Она у меня Виктория, и все, остался с семьей просто. Поэтому, Давай так, не вернусь. Жирный крест на цьому всьому. Как будет называться новая компания? Мы еще не решили, если честно. Но для меня это не принципиально. Это может быть Elite Boxing Promotion. Мне нравится. Нормальная компания. Тут важно не название, тут важно действие и партнерские отношения. В данной ситуации у меня после там, тех переговоров, которые были проведены, остались на сегодняшний день впечатления нормального делового человека о Степане Чернецком. И я уверен, что мы вместе с ним построим тот бизнес мирового масштаба, который и был моей целью. Да? То есть построить бизнес мирового масштаба непросто. Да? Там как-то вот это все строится, там когда-то бывают взлеты, бывают падения. Ну ничего, я люблю сложные задачи. В данной ситуации... Пане Вадим, да. От якраз, власне, продовжуючи... Знаете, тільки я ось думаю задати питання, а ви підштовхуєте мене. Я уже отвечаю мене. На нього, да. Ви казали, що ви полюбляєте здолати труднощі. Скажіть, будь ласка, знову таки, спостерігаючи за розвитком промоутерської компанії Elite Boxing Promotion, змушений визнати, що розвитку як такого не було. Вони зійшли на якийсь рівень і там залишалися дуже довгий час. Проводили турніри. Чемпіонських поєдинків, ну, принаймні, на моїй пам'яті, тільки ось, напевно, в цьому році перші якісь були. Титульный поединок был 3 года назад за звание чемпиона Украины. Ну, 3 года тому. Первый титульный поединок в этом году
В лютому другий там титульний поєдинок. Да. Ну, доволі не так, небагато. Да. Може, не вистачало мудрого, розумного, досвідченого топ-менеджера, який би зміг додати нового палива, нового повітря в цю компанію і додати їй новий поштовх. Може... Ну, в даній ситуації, Юр, спасибо тобі за там такі так, междустрок компліменти, да? Как бы я скажу так, да, что вот у меня на сегодняшний день действительно за плечами могут уйти боксеры, но когда-то я принял решение, что в промоутерской сильной компании не должен быть один боксер, когда с Вирчесом, если помните, да, там была история. Поэтому могут там у меня забрать деньги, могут забрать боксера, могут быть какие-то дела, но тот опыт и те связи, и тех друзей, которые у меня есть по всему миру, у меня их не заберут. И поэтому те, кто там примет решение из боксеров с нами работать, то мы сделаем со Степаном. У Степана есть желание, он горит как бы сердцем, правильно вы заметили, душой, хотел и хочет сейчас организовать это все. У меня есть опыт и понимание, как это должно быть профессионально. Я посетил за этих 8 лет, ну, я даже не знаю, сколько шоу мирового масштаба на самом высоком уровне и организовал тоже большое количество шоу в Украине на самом высоком уровне. Я знаю, что это, как это может быть выгодно для заинтересованных. То есть я досвідчена, розумна топ-менеджер людина, яка спроможна. Этот опыт, да, этот опыт у меня его никто не заберет, и я его, естественно, это тоже моя инвестиция и в развитие знову, этого. Знову, Сергій, ви закінчуєте, а у мене да, вже з язика да. знімаєте. Які ваші кроки будуть, да? Бо як на мій погляд, роботи в елітбоксі да, дуже багато. Край. Нужно закатати рукава. І послідовно, ось перший крок такий, другий крок такий, третій крок такий. Да. Я розказую, значить, перший 21 мая, післязавтра турнір. Второй масштабний такий турнір, на котором буде там плюс-мінус 100 тисяч телезрителей. Где, догадайтесь сами, но это будет следующий наш шаг. Ну, я уже так понимаю, что это будет не на Украине. На Украине это будет. 100 тысяч глядачів на Украине? 100 тысяч да. Это только перед экранами телевизора. Это интрига. Я тоже на пресс-конференции сказала, что это какой-нибудь Гельзенкирхен. Да, да. Германия. То есть это пока интрига. Ну, далеко, потом... я перепрошу, але все очень просто на Ренішанке далеко не 100 тысяч глядачей. Да. Отгадка очень проста на самом деле. Это будет в Украине. Но... Руці, да. Да, но я пока не хочу так, добре, говорить. Перший да. турнір 21 травня. И это уже в этом травня. Году будет, да. Турнір, на якому буде принаймні 100 тисяч глядачів. Ні, 21 травня. 21 травня, це да, перший да, крок. Да, другий. Другий. Да. Ну, як на мій погляд. Ну, я поки не побачу, не повірю. Да, Вадим, я перепрошую. Хорошо. 100 тисяч глядачів. Да. Не телеглядачів, не глядачів. Не телеглядачів, глядачів. Ну, вже в Києві збираються будувати нову арену. Третій довго крок. Довго вміючи. Якщо вмію, що довго. Принаймні, я дивлюся на наш стадіон республіканський і розумію, що вміючи дуже довго. Ну, ви скоро це узнаєте. Скоро ми... І третій крок. Слідуючий бой за звання чемпіона міра, хоча це може бути вже вторим. Может быть уже вторым, у нас же в десятке мировой много ребят, да, то есть и сейчас идут переговоры, то есть это уже может быть бой за звание чемпиона мира в Украине. Ну, не говоря Вадим, о том, что... Вадим, ну, то, что вы сказали, ну, дуже амбітні ну, план. Я реально. Буду тримати кулаки, щоб все да. вийшло, хоча, знову ж таки, легка недовіра в моїх очах, нерозуміння, як то можна зробити, але, знову ж таки, ви фінансовий геній, там знаєте, що, як, ось... Знову хвалю вас. І хочу тільки сказати, дай Боже, щоб все вийшло. Не знаю, як ви це будете робити, але дай Боже, щоб у вас все вийшло. Вадим, а от у мене вопрос. Я просто себе поставила, наприклад, на місце боксерів елітбоксінгу. Там. А Віктора Постола. А я думаю, от він ще не пізно ставити. І не будеш ли ти, як новий партнер, Степана Черновецкого, уделять больше внимания тем боксерам, с которым ты уже работаешь много лет, и не так много внимания уделять
А боксером элит боксинга? Нет, да? Нет, это как бы это не некорректно и нелогично. Почему? Я, потому что там очень нет, много талантливых ребят, хочу сказать, еще, которым нужен хороший значит, менеджмент. Диточок в профессийном боксе у Вадима Бухкалова стало просто больше. Да, значит, в данной ситуации, ну, как бы, в первую очередь, выбор главного боя, да, если говорить о главном бое, а не о рейтинговых, будет, конечно же, зависеть от того, насколько высокий рейтинг и насколько это интересно телевидению и нашим партнерам, которые будут у нас точно, потому что переговоры уже начались. Поэтому от этого будет. Мы будем как в одной команде говорить о том, кто сколько, но о чем это говорит? То есть в любом случае, даже если там ребята еще не настолько известны сейчас, но они талантливы, в любом случае у них будет шанс стать известными максимально быстро. И как только... 2-3 перемоги над добрыми суперниками. Да, 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 и все. То есть и главные бои будут для всех организованы. Но, кстати, масштабы будут турниров разные тоже. Это просто для того, чтобы, скажем, заявить, да, там о серьезности наших намерений. Следующий шаг мы хотим сделать, ну, таким, которых вот, такого, так, такого еще да? точно не было. То есть вот там говорили до этого, что мы там что-то такое сделаем, что такого не было. Но оказалось, что вроде как ничего нового не произошло. Мы хотим сделать, что такого точно еще не было, вот такого масштабного мероприятия. Это будет как такая заявка на там серьезное, скажем так, ну конкуренции не хочу называть, но там на серьезных наших, серьезность наших намерений. Это будет следующий наш шаг. Но будут турниры разного уровня, будут проходить и простые бои с поддержкой, с телевидением в фристайле. То есть хороший клуб, который построен специально для подготовки боксеров. То есть очень серьезный клуб. И там же я слышала, и детки тренируются, да. Там же проводится селекционная работа. Да, и селекционная работа в любом случае будет проходить. Но с детками это начинать. Это как бы я поддерживаю эту идею, потому что это социальная составляющая. Это очень правильный ход для того, чтобы не там сразу браться на высоком уровне там, олимпийских чемпионов или чемпионов мира и вести их дальше, а довести их до полюбителям, сделать из них чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Вот это социальная поддержка, вот это то, на что там обратил Степан внимание, и я его в этом полностью поддерживаю. Это очень важная составляющая развития бокса, и такая же, в общем-то, схема есть и в Донецке, клуб Демы Елисеева. Да, да. Ребята, молодые ребята выступают по любительскому боксу, и потом наиболее яркие перспективы переходят в промоторскую компанию. Это, естественно, все будет там бесплатно, да, и это инвестиции. Халявый запах. И это инвестиции, которые будут вкладываться в будущее. Я со своей стороны буду делать все возможное для того, чтобы вот от деток до звезд мирового масштаба длинный путь жизненный, длинный путь... Добре, це все майбутнє, майбутнє. Да. Давайте повернемося з неба на землю і будемо жити сьогоденням. Знову ж таки, такі амбітні плани, які ви тільки-но, про які ми тільки-но розмовляли, потребують вкладань не тільки фінансових, але й людських ресурсів. Ну, по-перше, щоб зробити боксера відомим, і приклад В'ячеслава Узілкова, якого ми сьогодні згадали, участь в танцях з зірками. Такої популярності, насправді, я не бачив у боксерів тут на Україні. Тобто, ви повинні зробити з боксера, не тільки, власне кажучи, боксера, але й продукт, рекламний продукт, який можна продавати. Для цього вам потрібні люди, маркетологи, піарщики. Я про те, що у вас немає там місця, щоб попрацювати. Насправді, я серйозно кажу. Степан, знову, він жив обособлено в своєму світі, боксерському світі, який, за межами якого існував інший світ. Да. А тут ви повинні просто ментальність Степана розірвати, розбити,
Значит, давайте, давайте не будем мы там вот так жестко говорить. Я там, жестко говорю. Ну, хорошо, давайте я вам просто... Эпично. Я эпично. Говорю вам фактами, да. Я, во-первых, говорю, что мы договорились, и об этих всех нюансах мы тоже проговорили. И результат этого, сегодняшняя пресс-конференция наша. Вы, я не знаю, вы, если говорить уже, да, то Степана Черновецкого много пресс-конференций видели организованных? Думаю, что немного. Мне да? кажется, это первое. Перший крок. Поэтому, я вам говорю, он готов к этому, и я готов, и мы это все обговорили. И по поводу организации пиара, то я вам скажу, у Степана хорошая, сильная служба, которая будет работать с нами. И идеи этой службы работа, мы уже... Я знаю. Идеи мы уже проговорили, и они все правильные, и мы будем раскручивать, естественно, будем раскручивать наших боксеров и делать из них звезд. Сначала украинского масштаба, европейского, мирового. То есть это процесс, это просто серые будни для меня в промоутерском. Власне кажучи, да, у мене немає жодних претензій до вас, да, так? Да. Якщо ви будете все робити, конечно, обязательно. Я тільки буду думати. Ну так це неотъемлемая часть этого бізнесу. Здесь нельзя этого не делать. Ну ось, власне кажучи, раніше да. Це було в Elitboxing Promotion? Ні. Значит, вы пришли, конечно, и это появилось. Конечно. Это добрый этап, дякую, да, развития. Дякую. Новый этап развития. Раньше же не было трансляции, сейчас будет уже ICTV трансляция. До речи. Знову ж таки, бачите, трансляции. Да. Не є секретом, що у Степана Черновецького є можливість завдяки там якимось дотикам використовувати один з телеканалів ТРК Київ для того, щоб промотувати свої двобої. Чому саме ви на ICTV виходите? Значить, на сьогоднішній день, я вам скажу так, да, що о організації цього турніру і о договоренностях з телеканалами я не приймав участие. Цей турнір був запланований задовго, ще за півгода до... Ну він взагалі повинен відбутися 24 квітня був. Ну, в общем, він запланований задовго, і договоренності були задовго. Тому я в них не приймав участие і не можу вам відповісти на цей питання. Серед тих партнерів, які існують, телевізійних партнерів на українському, радянському просторі, або на радянському просторі, да, яких ви маєте за мету приєднати до свого... шляху. А здесь, я вам скажу, я проведу переговоры со всеми. С теми, с кем будет самые выгодные условия, с теми мы и будем работать. Мы будем предоставлять рейтинговый продукт, а те, кто захотят, оценят и увидят интерес и потенциал в этом развитии, то с теми и будем работать. Я сейчас не готов называть телеканалы. То есть, ну, как бы мы со всеми, естественно, общенациональными, да, то есть те, которые могут, потому что должны быть общенациональными, там, в лидеры, там у нас, вы же знаете их сколько там. Я предлагаю поговорить больше о тех поединках, которые нам любезно предоставляет Elitboxing 21 мая. По бою за титул Автандил Хурсинзе, да. Хурсинзе будет отстаивать титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Этот бой, насколько я владею информацией, был запланирован не задолго, а буквально за 3 недели. Его соперник, а я напомню, что Автандил Хурсинзе 23 поединка, 20 побед. Но в этом поединке его соперником будет очень опытный боксер из Венгрии, на счету которого 40 поединков, это практически в два раза больше. 40 поединков, 36 побед, 16 побед нокаутом. Не очень ли серьезного соперника вы подобрали для Автандила, с учетом того, что он уже не боксировал, если я не ошибаюсь, с декабря месяца прошлого года, и не так много времени у него было на подготовку? Значит, я вам скажу честно, я сам как бы думал там по поводу соперника, что это очень серьезный, но... Что я хочу сказать? Автандил Хурсинзе – это взрослый и умный профессионал. И мы дали несколько соперников для того, чтобы он выбрал.
И он выбрал самого опытного и самого тяжелого соперника из тех, которые мы ему предоставили на выбор. Как им я этого соперника? Ласло Пап? Нет, Михал Катай. А, ну да. Он выбрал именно его. Он не хочет уже легких боев. Он хочет как можно быстрее провести бой за звание чемпиона мира. И поэтому он уверен в себе, в том, что... Если заявлять о себе, то нужно, да, в такой короткий срок и с серьезными соперниками выходить на ринг, и таких соперников нужно выигрывать. То есть это был его выбор, и в данной ситуации я поддерживаю его в таких выборах и в таких принципиальных позициях. Вы были на нескольких тренировках подготовки боксеров к этим соревнованиям. Кто из боксеров компании Elite Boxing вот произвел на вас такое очень яркое впечатление? Кто вам запомнился, кто вам понравился и в ком вы увидели хороший потенциал? Алин, я честно должен признаться, к сожалению, я не был на подготовке ребят с Elite Boxing Promotion. То есть я не попал ни на одну из тренировок, постоянно где-то или меня не было в Киеве, или если я приезжал, то не было спаррингов. Поэтому я не был на них, и я не могу ответить за, на зачепом у вас іншого боку. Да. Безумовно, що ви як бізнесмен, а вас так можна називати в цьому, менеджер, бізнесмен, людина, яка... Може, кризовий там менеджер. Скажіть, будь ласка, ви оцінювали кожного з боксерів як, по-перше, можливість вкладати в нього інвестиції і наскільки ці інвестиції дадуть відповідь, прибутку. Кого з боксерів Elite Boxing Promotion ви вивчили і сказали, так, ми будемо до всіх ставитися добре, зі всіма будемо працювати, але ось цей топовий боксер, цей топовий, ці перспекти, на яких варто розпочинати, з яких варто розпочинати і розкручувати компанію, новий проєкт, і потім вже дотягати до їх рівня вже інших. Значить, давайте зараз, на сьогоднішній день, ми дождемося 21 числа, я внимательно посмотрю на їх бої, на всі бої, і потім посмотрю на уровень їх соперників, на уровень їх бокса, и потом смогу вам дать профессиональный, качественный ответ. Сейчас не готов. Я дякую за щиру відповідь, тут Аліна тобі подкладала. Подивися, тобі пальцем. Я чесно говорю. Я очікував від тебе саме такої відповіді, бо якщо ти сказав, ну ось тут куц, так, то там ще. Ні, це було не дуже чесно. Так, я не готов зараз відповідати на цей вопрос. Це дуже складний вопрос, на котрому потрібно підготовитися. Вадим, можна задати, може, не дуже приємне для тебе питання. Знову ж таки, я живу в світі, де люди ходять ногами по землі. Я їжджу в метро, до мене пишуть різні фани. Моя адреса, мій емейл є відкритим для всіх. На сьогоднішній день багато фанів оцінюють твій вибір співпраці з Степаном Черновецьким з точки зору тих подій, які проходили в українській політиці минулі роки. І це, кажуть, для Бухкалова це єдина можливість протистояти Віталію Кличку. На сьогоднішній день, скажи, твоє серце відкрито до чого? До бійки, до валки чи просто до співпраці? Ні, ніякої бійки, валки. Я, знаєте, я взагалі не боєць, скажімо так. Я прагматичний, подождите, я прагматичний бізнесмен, да, у мене... Я не боюсь, я объясню почему. Я миролюбивый человек и семьянин. У меня пятеро детей. Я не имею права рисковать какими-то... Бой – это значит риск, да? Я не имею права рисковать, скажем, там, будущей своей и ответственностью тех детей, которые у меня есть. Поэтому я не боец, я не... Но бой – это составляющая современного бизнеса. В данной ситуации я хочу, чтобы все правильно понимали, да, то есть здесь ничего личного, никаких боев, здесь прагматичный бизнес, просто бизнес. Я оказался, грубо говоря, да, там, у разбитого корыта, ну, называем вещи своими именами.
Я вкладывал 5 лет самостоятельно, инвестировал, оторвал от своей семьи. У меня сейчас проблемы, скажем, с банками, с этим всем. Я не боюсь этих проблем, я с ними со всеми корректно решаю. И оторвал деньги от этого всего и инвестировал это все в профессиональный бокс. На определенном этапе я объединился, было предложение без денег, просто на перспективы, объединился 50 на 50, 51 даже отдал с политической точки зрения Виталию Кличко, с которым 2 года мы начали развиваться. Я сейчас быстро дорасскажу. Я просто говорю, быстро дорасскажу. Тут просто не может быть такой однозначный ответ. Затем Виталий Кличко выходит. И я остаюсь у разбитого, у меня нет партнеров, у меня уходят боксеры, у меня нет возможности, скажем, вернуть их, организовать, вернуть свои инвестиции, да, вернуть там деньги в свою семью и достичь той цели, которая есть. Я провел переговоры с людьми, которым могло бы быть это интересно, развитие, вот в том духе, в котором я это вижу. И получил нормальное, адекватное, достойное, уважающее меня предложение от Степана. Вадим, мені достатньо було, я думаю, що для багатьох наших телеглядачів сказати, це жодним чином не спроба щось комусь довести. Я хочу тільки працювати да, на майбутнє. Да, да. Я ще раз говорю, то есть, это часть моей жизни. Как я могу просто так взять и там чего-то? И какая разница? Причем здесь мы со Степаном делаем бизнес. У нас политики. Он вышел, кстати, если вы же знаете, он вышел из депутата. Он сейчас не депутат. Он занимается бизнесом. Ему это интересно. У меня есть опыт. Тут только бизнес. Никакой политики. Ты розумієш, Вадим. Да. Ти дуже емоційно це сприймаєш. Ні, насправді, людям, багатьом людям, вони не знають Степана Черновецького, да. Вони не можуть підійти до тебе на вулиці і запитати: Вадим, а чому ти обрав Степана Черновецького? Я об'ясняю не просто так, я об'ясняю... Для багатьох це не таємниця, да, що да. Степан Черновецький – це син Леоніда Черновецького, да. Значить, Леонід Черновецький робить промоушен своєму сину, та-та-та-та-та. Люди так думають. І ми тут зібравшись і розмовляючи, да, повинні дати зрозуміти, що, як казав Владимир Володимирович Путін, котлети віддельно, а мухи віддельно. Знаєте, я вам скажу так ще другими словами. Естественно, між строк, естественно, от этой нашей деятельности со Степаном Черновецким, да, то политически, наверное, Виталию Кличко это будет невыгодно, да, там, ну, с точки зрения электората. Некомфортно, да, а Леоніду Черновецькому отцу буде це більш комфортно, да, от нашої діяльності. Але жодним чином не стосується промоутерських справ. Да, ну, как бы, естественно, но в даній ситуації, как бы, я не вижу за собою там никаких там угрызений совести, что ли, да, что я был с Кличко, а теперь с Черновецким. Ребят, самое главное, что объединяет Вадима Бухкалова, Степана Черновецкого, меня, Юру, это наша вселенная любовь к боксу. Да, да. Именно да. Поэтому мы вместе. Слушай, я вперше настолько эмоционально выснаженный в этой программе. Дай Боже. И вот сейчас вот таким голосом, насправді, я эмоционально высмоктанный. Я на самом деле понимаю, что там вот сегодняшняя пресс-конференция, это на самом деле это начало пути. Это кусок очень большой, очень серьезной работы. И, ну, перший крок уже зроблений. Да, назад, да, повороту. Ну, все уже, время. Так я и никто не собирался делать там. Я никогда не жалел, там, если вы знаете меня хорошо, то я никогда не жалел там, о том, что я делаю. И двигаюсь только дальше. Назад нет смысла смотреть, потому что что? Сзади не вернешь. Только нет, можно, только рюкзак опыт, тот, который опыт есть, то его нужно использовать. Слушай, и все. Мав би бажання побачити тебе в такому доброму костюмі з рюкзаком за плечі. Ну, давайте, он невидимый, да, есть всегда со мной. Давайте почнемо знаходити істину. Перша істина, яку я хочу запропонувати всім нам, це, власне кажучи, те, що Степан Черновецький поза камерою, поза прес-конференцією
сказав для ось Аліни Шатерникової. Прошу режисера дати нам сюжет. Вадим опытный человек и имеет хорошие связи с мировыми промоутерами, в основном это Америка. Благодаря этим связям я верю в то, что мы сможем достичь больших результатов и продвигать наших спортсменов на мировом уровне. То есть это первое. Второе, это список его спортсменов, это титулованные, раскрученные на сегодняшний день в Украине звезды, можно сказать, уже европейского и мирового уровня. Ну и третье, конечно, ну он толковый сам по себе, и он понимает, о чем он говорит, а нам нужны люди, которые, благодаря которым мы сможем достичь больших результатов. Это наша основная задача. Ну, власне кажучи, що треба? Допіру треба казати. Дякуємо, до побачення. Да. Вадим, ну, по-перше, я радий, що така оцінка. Тобто, все, що я думав, Степан вже сказав. Да. Ось. По-друге, дай Боже, щоб цей івент 21 травня відбувся. Будемо там, будемо вболівати за тебе, за вже ваших боксерів. Щоб той івент 100 тисяч глядачів. Ну, дуже цікаво подивитися, дуже цікаво подивитися. Заінтригував, да? Щоб теж, ну, ну, ну а як заінтригував? Ну, как ви будете приємно удивлені, наскільки це просто. Ну, хорошо. Ну, знаєш, кожен експромт повинен, да, як то кажуть, добряче бути підготовленим. Да, і подивимося. На сьогоднішній день, підводимо підсумки, жодного повороту голови назад, тільки, да, вперед, да, до чітко поставлених цілей. Да. Ти знаєш, що робити з Elite Boxing Promotion і як робити? Звісно. Я чітко знаю, у мене опит, я ж говорив, 8 років. Ви ж все знаєте теж. Як, на твою думку, провокаційне питання, хто перший стане чемпіоном світу? Боксер K2 Promotion або боксер Elite Boxing Promotion? О, я бы не стал. Там в K2 Promotions уже, скажем, да, я только поправила меня. Я хотел сказать, там же есть уже чемпионы, звезды мирового масштаба, владельцы K2 East Promotion. Ой, K2 East. Насамперед, знаешь, Вадим, простите, что я хотел, что я мав за мету, что ты відповісь, да? Ну, коли там стане боксер чемпіоном світу, да, у мене Юрій Нужненко, який вже був чемпіоном світу. Как бы да, ще до нашого об'єднання він вже був чемпіоном міра. А Україна також, крім братів Кличко, має ще одного чемпіона міра. Да. Ні одного, це, да, Сергій Дзензерук, В'ячеслав Сенченко. Сенченко, да. То есть здесь Сергій Дзензерук в Америці, Сенченко, смотрите, в Донецьку. Смотрите, вот, знаете, тут даже не есть, скажем, суперсложная задача, и неважно, кто будет там первый, кто реализует первый эту задачу, это неважно, стать чемпионом мира. На этом еще не останавливается, и это еще не бизнес, я хочу, чтобы вы понимали. Это еще дальше могут быть инвестиции. Стать чемпионом мира, это не значит, что твои телевизионные права уже будет покупать весь мир. Нужно стать звездой мирового масштаба. Вот это наша цель. И, в принципе, цель, моя цель, там, когда, которая была, то она неизменна, да, то есть это бизнес мирового масштаба, это звезды мирового масштаба. И я, как бы, со Степаном уверен, что мы добьемся этих целей. А если это еще звезда будет... Наиоптимистичнейшее, да, закончение нашей сегодняшней программы. Ну, а я добавлю, программы, что мы всегда готовы вам в этом помочь. Спасибо большое. Давайте приводьте до нас Степана Черновецького. Скажіть, що ми не такі страшні, як нас малюють, бо там деякі промоторські компанії бояться до нас приходити, кажуть, що ми тут звірі. А ми не звірі, ми нормальні люди. У нас в гостях був співвласник. Партнер Степана Черновецького. Не знаємо, як буде називатися їх спільна промоторська компанія, але наразі це тандем K2 East Promotion, Elite Boxing Promotion. Якщо є бажання, 21 травня приходьте до фітнес-центру, це десь у Дарниці. Да, фрістайл Червоноткацька, 42. Там малютко, але, як кажуть, тісноті, де на вибіді, да? Ну,
сразу говорю, что будет сложно, потому что там, да, маленький зал, и всех желающих этот зал не вместит. Але люди такі багаті проводяться, вони можуть винести не одну, а дві плазми, поставити біля входу, да, і можна буде подивитися, да, одразу там. Так це буде по телевізору, ICTV ж буде, зачем куди-то йти? Але не в прямій трансляції. Прямій. Прямій? Прямій. Ну то добре, будемо дивитися. Да. Псевдопрямій, через там 20 хвилин. У нас гостяк Вадим Букталов. Для вас працювала Ліна Шатерникова, Юрій Нестеренко. Тримайте будь-який удар, як у ринзі, так і поза ним. І любіть бокс таким, яким він є, бо у нас іншого немає наразі. Всього найкращого. Спасибо большое. До нових зустріч.